любишь меня? Мы ведь друзья. Ты не будешь против, если я сяду к тебе на спину, да? Как бы убедить его пойти вперед? Ну, как тебе, Ашки? Вроде получается. Ну, я у него узнаю твой секрет. Я сейчас на равнину, где пасутся чура. Ты со мной? Ладно. Тогда вперед! Я! Я понимаю, это больная тема. Но мне нужно знать, что случилось ночью. Пол знал этого духа. Это ведь уже не в первый раз. Яйцо всегда был здесь. Он крадет души по ночам. Старики говорили, это кара. Проклятие живущих на этой земле. И твой отец не хочет просто взять и уехать? Нет. Для него злой дух – часть этой земли. Это все равно, что песок пустыни, то, что нельзя изменить, лишь приспособиться. А теперь ответь ты на мой вопрос. Что на самом деле привело тебя в пустыню? Ты как будто бежишь от чего-то. Я просто пытаюсь забыть. Начать новую жизнь. Может, я просто бегу от самой себя? Ты как мы. У тебя тоже свой мрачный секрет, да? Я... Я должна признаться. Я... Джей! Джей! Бекей, ты клещ! О, Шизе? Тебе башяк, а... А и а, си инде реш инс. Это папа. Вода пропала, видно что-то с колодцем. На обратном пути проверил. И я могу туда сгонять? О, вряд ли ты знаешь, что делать. Сделаю, что смогу. Где колодец? О, он там. Его легко найти. Там мельница. Хорошо. Увидимся на ферме. Ладно, до встречи.
Краун? И что я должна здесь сделать? Существо перебило солдат в форте? Может, это яйца? Дерево. Надо его найти. Место я уже видела. Этот без талисмана. Пятый талисман висел на шее младенца. Помоги, Айден. Покажи, что тут было.
ничего не поняла. Там все перемешано как-то. Чего-то не хватает. Покажу талисман и пол. Может, он что знает. За вами, Пол. Что на младенце? Мне дала его мать, а ей ее мать. Еще она дала мне это. Пятый талисман. Их толкало.
Ненависть к бледнолицам. Они призвали злого духа, чтобы отомстить. Напал на них. Он был голоден, хотел крови. Яйцо! Он здесь! Он пришел за нами. Ваши предки, это они оберегают дом, да? Они знают, что ошиблись, поэтому защищают нас от зла, которое сами навлекли. Раз они призвали это существо, должен быть способ снова изгнать его. Они провели обряд, чтобы открыть проход. Я знаю нужное заклинание, но сам обряд забыт много веков назад. Я видела этот обряд. Я все подготовлю, а вы споете заклинание. Скорее. Он идет. Hey.
Джоди. Один бледнолицый не был на этой земле. Сотни лет мой народ хоронил там своих усопших. Эта земля священна. Ваших предков. Они должны покоиться вместе со своим народом.
Ты решилась? Уезжаешь? У меня есть дела. Раньше я считала свой дар проклятием. Может, это не так? И он принесет пользу людям. Пора выяснить, кто я. Ты помогла нам, Джоди. Нам и всему племени. Мы у тебя в долгу. Если не найдешь, что искала, возвращайся. Здесь твой дом. Я буду скучать. Я тоже, Кори. Я тебя не забуду. Ашки будет тут грустить без тебя. Ну, мы с ним еще увидимся. Джоди! Ты что, пешком собралась идти? Пришлось повозиться, но я его починил. Бери, он твой. Знак благодарности. Спасибо.